граната, лопнула в груди Игната, и вновь заплакал горькой мукой по Севастополю безрукой. Хоть в Севастополе не был и даже не безрукой, но каковы же рифмы, но каковы же рифмы. И порхает звезда на коне в хороводе других амазонок, улыбается с лошади мне. Аристократи, аристократи, аристократический ребенок. Совершенство девицы Тушиной, милостивая государыня Елизавета Николаевна. О, как мила она, Елизавета Тушина, когда с родственником на дамском седле летает, а локон ее с ветрами играет. Или когда с матерью в церкви падает ниц, и зрится румянец благоговейных лиц, когда брачных и законных наслаждений желаю и вслед ей вместе с матерью слезу посылаю. Случай, если б она сломала ногу, краса красот сломала член и интересней вдвое стала, и вдвое сделался влюблен, влюбленный уж немало. Летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте! Вы увидите, вы увидите! Пожалуйста, сначала.
Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан, полный мухоедства. Место занял таракан, мухи возроптали, полон очень наш стакан к Юпитеру. Закричали, но пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Тут у меня еще не докончено, но все равно словами: Никифор, вперед стакан! И, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию и мух, и таракана. Что давно надо было сделать, но заметьте, сударыня, таракан не ропщет, таракан не ропщет. Что же касается до Никифора, то он изображает природу. Здравствуй, гувернантка, веселись и торжествуй. Ретроградка и шорзанка, все равно теперь ликуй. Учишь ты детей сопливых по-французски букварю, подмигивать готова, чтобы взял хоть пунмарю. Но в наш век реформ великих не возьмет и панамарь, надо барышня толиких. Или снова за буквой. Теперь, когда пируя, мы собрали капитал, и приданое танцуя, шлем тебе из этих зал. Ретроградка и жоржсандка, все равно теперь ликуй. Ты с приданым, гувернантка, плюй на все и торжествуй, плюй, ликуй и торжествуй. Он возрос среди народа, но гонимый местью царской, злобной завистью боярской, он обрек себя страданью, казням, пыткам, истязанью, и пошел вещать народу братство, равенство, свободу. Начиная,
он бежал в чужие краи. Из царева каземата от кнута, щипцов и ката, а народ восстать готовый из-под участи суровой. От Смоленска до Ташкента с нетерпением ждал студента. Чтоб идти беспрекословно, порешить в конец боярство, порешить совсем и царство, сделать общими имения и предать навеки мщенью церкви, браки и семейства, мира старого злодейства. Эх! Yeah!